Huawei Band 9 оснащен 1,47-дюймовым дисплеем. Толщина корпуса устройства составляет 8,99 мм. Фитнес-браслет оснащен системой мониторинга качества на TrueSleep 4.0, технологии отслеживания прогресса тренировок TrueSyn 5.5 и TrueSport, а также режимом распознавания уровня стресса TrueRelax с обновленными алгоритмами. Устройство поддерживает функцию отслеживания фибрилляции предсердий, составляет еженедельные отчеты о двигательной активности и настраиваемые тренировочные программы. Заявленное время автономной работы до 9 дней при повседневном использовании или до 14 дней в экономичном режиме. На полную зарядку батареи потребуется всего 45 минут. Это портативный складной круглый стул, подходящий для использования в разных ситуациях – дома, на природе, в транспорте. Система «Запирающийся замок» позволяет быстро раскладывать и складывать его, надежно фиксируя конструкцию. Стул характеризуется регулируемой высотой 6,5 на 45 см, небольшим диаметром 24,5 см и весом всего 1 кг при максимальной нагрузке 120 кг. Материал прочный, водонепроницаемый полипропилен. Легкое складывание, раскладывание одним движением руки и компактный размер делают этот стул удобным для поездок, походов, рыбалки и других активностей на открытом воздухе и в помещениях. Вот это да, мега крутая штука, пауэрбанк в корпусе пленочной кассеты. Посмотрите, какой он крутой. Емкость внешнего аккумулятора 10 тысяч мАч, этого хватит для полной зарядки двух телефонов. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой зарядит ваш телефон за час-полтора. Пауэрбанк Type-C заряжается сам за 3 часа. Портативная зарядка пауэрбанк имеет LED-дисплей с индикатором зарядки батареи, который наглядно показывает текущий уровень заряда, значение до 100%. Пауэрбанк имеет оригинальный дизайн, легкий вес, 175 грамм. И возможность одновременной зарядки трех устройств. Powerbank 10 тысяч светится в темноте и может быть использован как переносной фонарик. А как насчет собрать мотор от настоящего самолета? Изысканная модель пятицилиндровых радиальных авиационных двигателей со сложными текстурированными металлическими деталями. Модель позволяет получить всестороннее представление об устройстве и работе машиностроительных механизмов. Мало того, что вы самостоятельно соберете настоящий двигатель самолета, так потом вы еще и поставить его на полку сможете. Ну или собрать целый самолет. Комплект содержит более 250 деталей для сборки с подробной инструкцией на английском языке. Модель двигателя вполне рабочая, то есть способна имитировать работу реального авиационного двигателя. Док-станция в стиле ретро выглядит как мини-компьютер, USB-хаб на 14 портов в виде оригинального Macintosh, а еще это Bluetooth-колонка и фоторамка. Есть несколько USB-A и USB-C, мощность до 100 Вт, 3 HDMI, гигабитный Ethernet, картридер microSD, а также динамики и крошечный экранчик, на который можно вывести часы или свои картинки. Отлично впишется как на рабочий стол, так и в офис. Управление максимально простое. Лампа-зажим для телефона. Актуально любителям поселфиться. Имеет три режима света – холодный, теплый и мягкий. Само по себе кольцо максимально простое, крепится к телефону как прищепка. Настраиваете свет в зависимости от потребностей, от освещения и делаете фото. Еще одно применение лампы как ночник. Батарейку почти не использую, так как установлена LED-лампа, так что можно включить в качестве дополнительного освещения. Удобная штука. Кстати, можно подключить ее к пауэрбанку или напрямую к розетке через низкоамперный блок. Первой стартует крутецкая штуковина для снятия стресса и концентрации. Эта игрушка изготовлена из цинкового сплава и вдохновлена танком. Весь корпус игрушки имеет сложную структуру и состоит из 73 деталей, собранных дизайнером. Ролики игрушки могут двигаться вперед и назад для создания храповых звуков, а шестерни на одной стороне можно вращать, как вращающуюся игрушку. Каждая деталь фиджет-спиннера обработана с высокой точностью, обеспечивая красивый внешний вид и удобный захват. Эта штука также может помочь справиться со стрессом и беспокойством, служа веселым и креативным способом отвлечься. Ну что ж, перейдем к более простым вещам. Проекционная клавиатура. Это самая передовая в мире виртуальная лазерная проекционная клавиатура и фортепиано, которая способна в мгновение преобразить любую плоскую поверхность в полноценную клавиатуру или фортепиано. Превратите любое пространство в виртуальную клавиатуру или фортепиано с помощью устройства Serafim Keybo. Превратите время, проведенное с друзьями или семьей, в увлекательное занятие с помощью музыкального приложения, где вы можете играть на пианино, гитаре, бас-гитаре или барабанах во время встречи. Ваш телефон может стать мобильной рабочей станцией, к тому же он может служить удобной подставкой для мобильного телефона. Всего за секунду он способен превратить ваше мобильное устройство в полноценный компьютер.
Огромная мощь на открытом воздухе – это гигантский внешний аккумулятор, с которым вам точно не придется переживать о заряженных устройствах. Этот Powerbank позволяет заряжать различные устройства, включая iPhone 14, MacBook Air и светодиодные лампы. Устройство также обеспечивает одновременную зарядку для телефона и ноутбука через порты USB Type-C, предлагая быстрое питание в дороге. Дополнительная функция, такие как фонарик и кнопка SOS, способствует обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, а возможность заряда от солнечных батарей обеспечивает устойчивую зарядку устройств в пути. В комплект поставки входит источник питания Anker 548, кабель USB-C, руководство и трехлетняя гарантия. Погуляем с киберсобакой. На нее точно не будет аллергии и неприятных неожиданностей. С таким домашним питомцем вы не только развлечетесь, но и обезопасите свою квартиру. Собака с суперзрением, то есть камерами, передающими картинку в реальном времени. И да, робота можно программировать под ваши нужды. Собираетесь в отпуск, задаете сценарий, Барбоскин бегает по территории, проверяет наличие чужаков. При этом робот оснащен встроенным мощным ИИ, 16-ядерным ЦП и ГП, 384 ядра, 1,5 терафлопса. Понимает команды и легко преодолеет любое препятствие, даже сможет принести вам тапочки, только если они будут не тяжелее 3,5 килограмм. Короче говоря, будущее уже наступило, и это удивительно притягательно. А вот этот милый маленький девайс не просто часы, это таймер, Powerbank на 5000 мАч и часы с крутой подсветкой. Но в первую очередь это, конечно, таймер, ведь он оснащен точной системой измерения гравитации и не только цифровыми часами, но также визуальным таймером, цифровыми песочными часами и таймером-помидором после переворота. Дизайн светодиодной подсветки простой и понятный, легко читается время, громкость, уровень заряда батареи и другая информация. Поддержка трехкратной регулировки яркости, что тоже круто, ведь его легко поменять в зависимости от освещения, а компактный размер удобен тем, что вы легко можете взять их с собой куда угодно. Как насчет посмотреть кино? А если на большом экране и вам не придется никуда идти? Вполне возможно, вот с этим малышом, размер которого не больше банки колы, да и вес не сильно превышает габариты напитка. Итак, малыш подключается к любому устройству по Bluetooth или по проводу, есть разъем USB, AUX и место для карты памяти. Его размер легко позволяет установить его на штатив и брать с собой куда угодно. Можно сказать, что это карманный кинотеатр. И да, он беспроводной, так что если вы взяли его с собой, а кино посмотреть не удалось, вы легко сможете подзарядить телефон. А вот это точно оценят геймеры и люди, которые много времени проводят за компьютером. Низкопрофильная клавиатура с высочайшим откликом. Вы легко сможете записать несколько комбинаций типа горячих кнопок в случае использования быстрой комбы. Итак, у клавиатуры встроенная память, 20 режимов подсветки, беспроводное подключение, высокий отклик и крутой дизайн. Ее минималистичный размер не займет много места на рабочем столе, а аккуратный интерфейс будет радовать вас шикарным дополнением к дизайну комнаты. И к полезному. Беспроводной компактный лазерный измеритель с функцией памяти и передачей данных прямо на ваш телефон. Что еще нужно для быстрой и эффективной работы? Итак, внешний вид выполнен в минималистичном стиле, а на матовой текстуре нелегко оставить отпечатки пальцев. Это сверхмаленький, сверхлегкий лазерный измеритель, который идеально подходит для измерения одной рукой. Вы можете положить его в карман и брать с собой. Рулетка может подключаться к мобильным телефонам через Bluetooth. С помощью всего лишь одной кнопки вы можете использовать многофункциональные функции приложения Midja, такие как обмен данными в реальном времени, отображение плана этажа и экспорт изображений в альбомы. Воу, что за чудо-колонка! У Xiaomi есть суперкрутые штуки. Вот этот динамик под старину, но его внешний вид не самое главное. Видите эти непонятные обозначения на круглом переключателе? Сейчас расскажу, эта колонка умеет записывать вас. Встроенные функции звуков, белый шум, звуки природы и еще набор разных звуков для имитации атмосферы. В общем, все в лучших традициях Xiaomi. Минималистичный дизайн, аккуратные переключатели, возможность беспроводной зарядки для вашего телефона и Bluetooth-подключение к устройствам. Ну, чтобы послушать любимую музыку. Это маска Noob Saibot. С ней можно легко скопировать всеми известного персонажа из Mortal Kombat, если костюм подходящий сможешь найти. Я небольшой фанат этой игры, но в детстве я обожал в нее рубиться. Внешне очень похоже на оригинал. Даже свечение предусмотрели. С правой стороны есть небольшой проводок к аккумулятору, работающему от пары батареек. На голове держится за счет резинки. Она регулируется. Поначалу маска может быть великовата, но немного подрезав резиночку, все встает на свои места. Если думаешь, что видел все в мире игрушек, то спешу тебя огорчить.
В поисках очередного интересного товара я нашел радиоуправляемую Ниву. И это не просто очередная машинка на радиоуправлении. Это что-то большее. Модель нужно собрать. Для этого в комплекте есть все детальки и шестеренки. Будь готов к тому, что это отнимет немало нервов и времени, но зато какой результат. Это же копия настоящей советской «Ласточки», которая считалась весьма престижным автомобилем в те времена. Хочешь заколхозить свой iPhone? Могу предложить тебе подсветку для динамика. Свечение зависит от продолжительности звука и тональности. Если раньше тебе не приходилось разбирать свой телефон, то советую предварительно посмотреть гайд по разборке, а только потом что-то делать. Устанавливается нетрудно и, на удивление, работает. Но чтобы все стало как надо, придется убирать сеточку. И после этого твой iPhone начнет напоминать телефон модной чекули из 2010 года. Вроде это было модно цеплять стразики и всякие наклеечки. А это лазер для удаления татуировок, испытать который так никто и не решился. Когда друг заказывал, то был полон решимости свести татуировку, но когда аппарат прибыл, сила духа куда-то испарилась. На вид лазер выглядит внушительно и массивно. Продавец уверяет, что с его помощью можно убрать пигментные пятна, нарисованные брови и веснушки. Но лучше не рисковать делать это самостоятельно, а то неизвестно, чем это может закончиться. А сейчас наступил момент волшебства. Посмотри, какое завораживающее зрелище. Классно, правда? И нет, я не учился в Хогвартсе. Это все туманная завеса для проекторов. Приглядись, и ты увидишь небольшую дымку, на фоне которой и проецируется изображение. С ней можно создать настоящее волшебное шоу. Правда, с установкой придется немного повозиться. Конструкция довольно тяжелая, а поэтому не забудь прихватить пару бутылочек пива и друга. Тогда дело пойдет куда быстрее и веселее. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!